Всем привет, ребята, с вами Саныч Майнкрафт. Сегодня я расскажу вам, как скачать самую первую версию Майнкрафта на T-Launcher. Это вам как бы новогодний подарок. Ну, поздравляю с 2022 годом. Вот, как... Ладно, давайте к делу. Вот, у нас самая первая версия, это 1.5.2 Forge Optifine. Нам нужно поставить старые релизы, отображать бета, отображать альфа. Сохранить, и тарам, у нас есть версия Alpha RD, допустим. Она у меня уже скачана была. И смотрите, вот мы уже тут заспавнились. Я тут подварсил. Короче, вот, тут капец скучно, но все равно, раньше это было что-то с чем-то. Так. Ну, кстати, тут уже были тени. Тени, это уже классно. По Escape можно выйти. Дальше у нас Alpha 1.0.4. Здесь эта версия Майнкрафта уже покруче. Вот у нас тут зима. Тут все атмосферненько. Почему зима, я не знаю. Видим биом такой. И у нас баг. На руки и вот на дождь. Видите, дождь идет. А так нет дождя. Ой, у нас с руками проблема. Ну, короче, вот супер баганая версия, по ней уже так выйти, у вас скажет то, что типа ошибка, но это же мы вы так вышли. Дальше у нас будет бета 1.6. Это уже прям версия, более приближенная к нашей нынешней. Вот. Тут уже и освещение мягкое, и всякое такое. Выйти также можно, опять скажет краш, а нет, не сказал краш, ладно, окей. И вот самая бета 1.8.1, это уже такая самая прикольная версия, сингл плеер, World 2, Create New. И вот вам тут такой вот арсенал блоков выдают. Камень, булыжник, кирпич, земля, доски, это и вот это. Также тут есть инвентарь, он открывается по клавише E, как в современном майне. Ну и очень скудный инвентарь. Ну а с вами был старый Саныч Майнкрафт. Ну старый, тут старая версия, вы поняли. Не могу с вами нормально попрощаться. Поздравляю с 2022 годом. Всем спасибо за лайк, за просмотр. Надеюсь, это вам было очень полезно. Всем спасибо. Всем пока.